Проведение международного детско-юношеского фестиваля «Практикума культуры России и Беларуси» стало возможно благодаря гранту президента страны-соседки. В рамках запланированного проекта в октябре Синеокую посещают учащиеся и студенты тольяттинских учебных заведений. Всего 50 человек. В маршруте три белорусских города – Минск, Бобруйск и Могилев. Мы находимся здесь, в гостях. Впервые, честно скажу, все, кто у нас здесь – это и дети, и взрослые, и педагоги, и хоровые коллективы, творческие коллективы. Мы впервые с большой радостью знакомимся со светлой и доброй Республикой Беларусь. Тольятти и Бобруйск связывают прочные побратимские связи. Этим летом делегация во главе с заместителем председателя горосполкома была с визитом в российском регионе. Это и некая поддержка побратимских связей, да, обмен культурный. Ну, это и развитие творческих возможностей. Поэтому для города это, конечно, знаковое мероприятие, потому что оно подчеркивает дружбу не только между Российской Федерацией и Республикой Беларусь вообще, а конкретно между нашими городами-побратимами. В Центре дополнительного образования детей и молодежи развернулась программа «С русской душой». Фойе, фотовыставка, мастер-классы и дегустация. В концертном зале театрализованное дефиле, хоровые коллективы, танцевальная, обрядная, традиционная культура и проведение вечерок. Перформанс показали художники-студенты. Много всего интересного, познавательного. Еще даже удивляюсь, что они исполнили именно нашу белорусскую песню. Мне понравилось, как пел хор, как вообще пели, то, что, ну, иллюстрации эти, как они двигались, одежда тоже, так все подходило. Было красиво вообще, запоминающе. Я считаю, что эти мероприятия очень полезны для поддержания культуры и духовных ценностей. Сказки, былины, музыка, песни, частушки, танцы, обряды, блюда и игрушки – неотъемлемая часть российской и белорусских культур. Пока наши народы сохраняют братские отношения, традиционные ценности продолжают оставаться в повседневной жизни общества. В подтверждение тому – межгосударственные фестивали, программы и экскурсии. Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.